даже обрезан цвет уже. Настолько все запущено. Все заросло. Колхозная дорога здесь. Тара есть. Но сад до сих пор еще есть. Здесь яблоки. Сейчас пройдем, посмотрим. Важное условие этих экспедиций таких по заброшкам — всегда учитывать то, чтобы дома были действительно брошены, чтобы это не было проникновением чужое жилище, чтобы не нарушало никаких законодательств государственных. Брошенные дома есть брошенные, их уже под снос, они все стоят на учете в сельсовете по сносу, поэтому эти дома уже не представляют никакой ценности, и посещать их можно. Поэтому нужно это всегда учитывать, и чтобы не нарушать никакое законодательство, а не лазать по дачам, по чужим, еще где-то, и говорить, что это заброшенные дома. Заброшенные дома, они вот заброшенные. Ни света там, ни пола, ни дверей, ни окон. Вот это заброшка. Уже двери все выломаны, но прохода сюда категорически нет. Никто не посещает это место. Старинная интересная ложка уже прикорела. Кто-то что-то кушал. Может, это давно. Не знаю. Грелка еще советская. Даже рабочая. Знаете, никогда ничего такие дома брать нельзя. Все весить на место. Вешать. Мы только смотрим. Не воруем, не берем, только смотрим.
печь, бурак именуемый в народе, щиток, где-то, смотрите, какие узоры. Свидетельство о рождении. Человек родился 70-го года рождения. А еще одно посвящение обнаружение. Пустое. Группа белорусов. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях, что это за чудные колбочки. Мы посмотрим, много ли нас людей смотрит из Советского Союза, рожденные в СССР. Вот эти колбочки, что это такое? Такова, что человек уходит, ему уже ничего не надо. Чудаки, очень опасно, ямы, провалы, ходить опасно, ничего интересного нету.